Попали мы на полянку с лисичками. Вот лисички. Вот лисички. Вот еще лисички. Вот лисички. И вон там лисички. Так что начинаем резать. Подберезовик. А еще я вижу хороший летний опенок. Он какой красавистый. Чистый. Покажи ножку. Это волнушка. А нет, это как он называется? Блин, забыл, в том году назывался он. Мамка называла еще. Я в прошлый раз в том году и не брал его, наоборот. Они шикарные грибы. Молоко выступает. Блин, все, потом вспомним. Только мы хотели уходить, а здесь вот такой гриб растет. Это летний опенок, и он в прекрасном состоянии. Вот ножка чистая, шляпа большая, мясистая. А если вот туда присмотреться на пеньку, вот еще два растут. Жаль, конечно, что такими не семьями растут, большими. Вот в таком лагу мы находимся. Вот мне известный лог, лага, такие места такие с переходами, с большими. Видите, спусками вниз. Место, конечно, шикарное. Всегда было грибное. Именно здесь были подосиновики и боровики. Но, увы, в данном случае произрастает вот такая красота на дереве. Вот такая красота на осине. Один, еще один. Осинка. Многие не знают этот гриб. Его называют чайный гриб. Почему озвучу? Его добавляют, значит, кипяток, настаивают и пьют. От чего пьют, честно сказать, не могу сейчас как бы вам ответить, но этот гриб точно резали. А вот здесь поработал дятел на сухом дереве. Вот оно заканчивается. Здесь он поработал своим клювом. Надолбил. Продолжаем хождение по лесу, поиск грибов. Ну и, собственно, пока я переходил, увидел вот такой грибочек.
режем. Вот сараега, всем известная сараега. Сейчас мы узнаем, хорошая она или нет. Быть может быть она и плохая уже. Да не. Ну-ка ножку пильни еще повыше. Ну такая хорошая, чистенькая, крепкая. Забираем, пускай будет, похрустим. Кто видит лягушку? Кто видит лягушку? Все привыкли к лягушкам, которые цвета зеленого. В таком лесу произрастает вот такие вот чудища. Посмотрите, чем она не прелесть-то? Это животное. Лесное причем. Тут сырость-то хорошая, поэтому здесь она и водится. Я давно уже не видел лягушек, скажу вам по-честному. Сколько живу в Крыму, столько и не вижу. В этот лес я приехал вообще за подосиновиками, но сколько мы здесь ходим, наверное, с полчаса, я не нашел ни один. И вот сейчас как бы стою далеко от него, вот, но я его вижу, и уже вижу еще один. А лес вообще как бы изначально было именно с ними здесь. Поэтому сейчас я вот восхищаюсь тем, что сейчас я вижу. Это просто сказка. Вот, смотрите, гриб. Его видно издалека. Это маленький подосиновик, он шикарный, молодой. Проходим дальше. Вот я наш как бы лес любил за то, что я, не напрягая там свое зрение, вот так вот на темном фоне вижу такие шикарные грибы. Шикарные грибы. Сейчас я вам срежу, покажу. Это самый отличный гриб на сковороде. Ну, конечно, за исключением боровичка. Вот. Посмотрите, какой Андрей срезал. Вот, обалденный. Просто сказка. Просто сказка. Только мы пильнули сейчас до подосиновика, и вот уже буквально пару метров я еще нахожу один. Тоже молодой. Хороший, шикарный гриб. Сейчас я его спилю и себе в сумку. Вот. Шикарный чистый гриб. Подосиновичек, ох, ему хрустеть на сковороде сегодня. Лес такой именно. С осинами, темный. Вот там Андрюха спотыкается, что-то ищет. Мухомор. Это мухомор. У него поясок, его не берем. Андрюха нашел лисичек. Просто как бы он нашел немножко, а я вижу поляночку. Небольшенькую такую. Но это хорошие, крепенькие лисы. Вон какие. Сейчас постругаем. Небольшая. Потому что здесь нужно будет их высматривать. Потому что когда я им нашел, я вот такое нашел чудо. Мягкое. Всем известный грибочек.
кто знает грибы, могут сказать, что это за гриб. Это такой подберезовик уже переросший. Ножка сухая, а мякоть хорошая. Что с ним делать? Ломаете ножку. Если вот сейчас в самом основании гриб чистый, а он чистый, его можно забирать и, в принципе, пожарить. Я, допустим, этим не брезгую, то, что он там поеден слизнями. Вот мой пакет. Конечно, не с ведром я хожу, потому что мы на мотоцикле. Но вот такое все. Я ложу сюда. Вот, пока я резал, видел вот такой вот маленький подорешник. Это именно подорешник. Тоже гриб хороший. На сковороде будет похрустывать. Лисички. Это лисичка. Вот лисички. И вот они, лисички. Вот они. Вот они. Вон растут. Вот они. Вон. И вот они. Мной замеченные грибы называются белый грусть. Многие не знают, что это за гриб. Гриб хорош для засолки. В том году мы набрали их. Ой, в том году, вру. У меня ж не было. Вот здесь молодой растет. Вот он, белый грусть. Вот он. Вот гриб хороший, большой. Вот грибочек тоже шикарный. Один. Эти грибы хороши для засолки. Вот он, грибочек. Вот гриб и вот гриб. А вот это вот все, как-то в своем видео я писал, ну, рассказывал, что это кислица. Здесь можно ее кушать. Очень вкусная трава. Кисленькая. Так что я ее ем. Вот шикарные грибы, чистые. Если они чуть больше бы поросли бы, они бы были бы никакие. Чистый гриб. Вот сейчас я буду тут пилекать. Вот, нормальный гриб. Все. Сейчас вот все срежем. Эти грибов, если вот так вот ведро насобирать. Вот. Ведро многие собирают даже бочками. Этот гриб хорош на засолку. Бочковой гриб. Он был бы прекрасный. Вот еще красавец стоит. Режем по самый низ. Вот, чистый гриб. Дальше проходим. Еще один гриб. Под самую ножку. Ножки у них крепкие и толстые. Вот здесь я видел молодой грибочек. Тоже шикарный, посмотрите. Андрей, а ты клади себе в ведро все это дело. Вот грибочек. Вот грибочек. Шикарные грибы, крепкие. О, красота.
Тоже молодой грибочек. Вот здесь был грибочек под самый корешок его. Молодые все, вот они. Чистые, хорошие. Засолки самые грибы. Вот кучка здесь. И Андрей сейчас собирает тоже остальные. Вот, собственно, и грибочки наши. Продолжаем. Вижу один такой объект. Грибной, здоровый. Не знаю, это мухомор. Это мухомор. Это мухомор. Я думал, какой-то гриб путевый. А это мухомор. Буквально отошли 5 метров. И вот такая поляночка. Небольшая. Из 2 и 3 грибов. Тут, наверное, старенький уже. Да, старенький. Такой мы не берем. А вот такие уже поинтереснее. Но я смотрю, что они вот такие суховатые. Нет, хорошие. Хорошие грибы. Ножка чистая. Забираем. И кладем. Что с ним будет, пока не знаем. Может быть, засолим. Вот так. Продолжаем поиски наши. Мы уже, в принципе, заканчиваем обход леса. Этого лога. Поэтому мы уже на подходе к мотоциклу. Ну, примерно еще нам идти 1 км точно. Там в одном месте мы видели землянку. Вот. И я предполагаю, что это место тоже была землянка. Вот это вот яма такая. Яма. Тут, в принципе, не видно на видео, но это яма. Вот яма. Вот по окружности все это яма. Вот это вот все яма. А там мы видели землянку. Там был даже вырыт выход. Реально видно, что землянка. Леса брянские. Всем известные, как в военное время была именно партизанщина здесь обозначена. Наши копатели здесь копали, находили и винтовки, и снаряды. Именно еще в масле. Прямо в масле находили ящики. Там возле озера как раз на лагу находили вот такие обозначения. И там копали. Вот. Очень много тросов, много всякого железа. Кому-то будет интересно, конечно, копателям, кто ищет металл, находить такие вещи. Потому что поля обрабатывались, работала техника. И вот, собственно, на этом фоне можно подзаработать. Но сюда, конечно, ехать только какой-то Нивой, УАЗиком, либо на буханке. Вот такое все. Мы-то приехали на мотоцикле. Вот. Ну, как-то так. Старые березки. Такие, тройной такой дуплет. Все старые деревья. Очень старый лес. Очень красивый. И вот такие большие лага внизу. Вот лага. Вот лага. Проходит речка внизу такая небольшая. И там дальше, вот там, в самом конце, уже будет озеро. Еще мне нравится этот лес тем, что здесь произрастает очень-очень много лип. Вот это все липы. Это липы. Вытянутые, большие, длинные, высокие липы. Сказочное место на самом деле. В свое время, когда мы здесь ходили, вот такой именно траве. О, боже мой. Чуть не раздавил. Это, ребята, все лисички. Они огромные. Их там много. Поэтому сейчас, пока мы напилим, сделаем кучку. И вы посмотрите, сколько здесь грибов мы состригли. Так что начинаем срезку. И вы все увидите. Не отключайтесь.
Как и обещал, сейчас покажу. Мы закончили наш срез. Была шикарная поляна, просто шикарная. Вот мы сколько времени прошли, метров, наверное, 800. И ничего такого не находили, такого прям хорошего. Вот наша ведерочка. Просто что думаете, мы там свои грибы выложили. И вот такая, прям куча. Хорошая куча, литров, наверное, не знаю, 8. Вот там пятерка стоит, ведро, а здесь вот такая куча, она большая, реально большая. Шикарные грибы, лисички обалденные. Спасибо, лесу большое. Лесу. Ну вот мой пакетик. То есть мы ничего не перекладывали. Вот. Сейчас грузимся. И нас дальше ждет продолжение еще ходить по лесу. До нашего еще объекта много. И надеюсь, это не первые, не последние грибы. Царь грибов. Мухомор. Ровненький, как, не знаю, как блин со сковороды. Красота. Вот еще одна землянка. Здоровая яма. Фух. Находится вон между такими лагами здоровыми. Глубокие. Лес темный. Вот так. Don't we touch?